Что здесь в Америке у людей по три машины, и они еще считаются бедными, или не знаю, как бы я считаю, что мы жили в тот достаток для нас, но по сравнению с Америкой здесь это считается очень бедно. Так, и самое нелюбимое, то что я считаю, что иногда не все люди, но здесь люди, они не понимают и не ценят то, что у них есть. Там, допустим, мне своих друзей нужно постоянно